Жаралдан деп чоңуна жадырып жакшы кеттирди. Жарым тос болуп бийди. Эки вагон оңдойм деп 7 миллион соғуда жетемден бири келаткан жегиштер качан тоюда. Астынан да асты жок, артынан да арты жок. Чексиз экен бул адам, бир карасам балдап күрдүлгөсүн не үчүн? Строй тех сервисин сунуш берип турууда жыртылган жерин бүрүк. Байыркы доордун журналисти акындар болгон. Төкмө акындар болгон. Кыргыз ыржаанды ыр менен төрөлүп, ыр менен узаганда анан азыркы замандын талабында заман жаман эмес, заман жакшы, ошого көнүш албай атабыз го дейм. Мо жерде Особенно, когда он делал по фейкам троллям, он такие вещи говорил, что вот то, что ты веришь фейкам троллям, да, это связывает тебя, твои руки в цепи. И фактически такие образы создают понятные, четкие, да? Это не просто так взял, просто перевел там на кыргызский. На самом деле нет, это большая работа. Мы с Болотом Назаровым постоянно совместно, он сидит с расследователями, видит фактически расследование и участвует в этом расследовании от начала до конца, он вникает в проблему. Ким жашасын деп турам, акыйкат туусун ашташып, журналисттер жаматы бир жашасын деп турам.